Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десанджек и Игорь, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Не смейся, челлендж в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз мы соберем еще больше лайков, и тогда выйдет еще смешнее серия. Поэтому все зависит от вас, приятного просмотра. Чур не второй! И чур не первый, и чур не второй, да. Да, Жека, что-то вообще. Давай. Удивляй нас, удивляй, давай. Давай, короче. Ты должен выиграть сейчас все деньги на нашем шоу, которых нет, но ты должен все деньги выиграть. Готовы? Да. Вы точно, да, готовы? Хотим зрелищ, показывай! Сейчас. Хлеба и зрелищ, хлеба и зрелищ. Давай, давай! Кто-то звал Человека-паука? Пио, 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 пио! Чё смотришь? А ты чё смотришь? Ты чё смотришь? Чё смотришь? Пью, я самый крутой человек паук, йоу! Его не паук укусил, а даун какой-то. Так, ну хорошо. Я пошел, кто следующий? Ты, Игорь, можешь идти, вперед. Вперед, добрый путь! Давай, вперед. В добрый путь, значит, да? Странный человек. Человек-паук какой. Да, мы вот так с тобой, давай. Давай, Игорь, поехали. Давай. Что, вы готовы? Да, мы готовы. Так, дерните, тапок заминирован, дерните его, быстрее. Сейчас, собака, это у меня заминирован, ну иди отсюда, мой заминирован. Меня за месяц убить пытаются, дерни тапок, дерни. Тапки заминированы, дерни нахуй отсюда. Стой. В реку, да, дёрни! А ты как? Заминировали, ёб твою! Подожди, ты сам взорвёшься! В реку, да? В реку нахуй дёргай туда! Добрые люди! Нормально. Напали уже третий раз за месяц пытаются убить. Сколько можно? А что мне показывать-то сейчас? Что мне показывать? Ты не представляешь, кто я, вор в законе, понимаешь? Вор в законе? Ёб твою. Вор в законе. Давайте. В смысле, ваш режим изменён на режим выживания. Ты что, там дурак совсем? Давайте. Я хочу хочет его убить. Фаталити! Так, подождите, я, конечно, хотел бы встретить закат в Майнкрафте. О, хорошо, молодец. Все нормально, я поднял. Не беспокойся. Купухнем пока вы там. Спиртяга. Вот это тапки, шо у тебя? Какие тапки вообще? Нет, это реально тапки, а вдруг заминирован один до сих пор. Рыбата! Ай, подождите, сейчас, да. Да. Рыбок. Опять грибы, да, давайте как-то. Давайте повременим, а? Бери грибы! Себе грибочка, всем грибочка! Марио, это не твой друг, Марио! Покупай! Да не надо, свои! Давай! Не надо! Лови ртом, лови! Бери! Все, закончились грибы. У меня 11 есть, держите. Теперь я, да? Да, сейчас что-то жесткое будет после грибов, мне кажется, ну как бы сейчас. Ну да, такое. Ну, привет, в общем-то. Какой красавчик, слушай, я тут одного на 8 лет засадила. Так вот, как насчет того, чтобы выпить с тобой на донышке? На донышке. Тапок минировать не будешь потом? Не будешь? Нет, только на 8 лет посажу. Какие время? Мне 62, дура! Дура! 62 года! Как раз до 70, нормально. Тупые слова! Уходи отсюда! Я видеоблогер! Тупые слова! Тьфу на тебя, тупые слова! Меня изнасиловали!
Виолетта Шурыгина, давай, садись. И Виолетта Шурыгина? Виолетта. Вообще-то я Игорь Малахов, привет. Ну что, вы готовы? Готовы, да? Чё ты мне на голову надела, дура? Что ж ты... пацаны, снимите, пожалуйста, надела, чё ты на голову, дура? Сними, пожалуйста, чё это такое жидкое, непонятное? Да сними! Рандом челлендж. Сними, дышать не могу, сними! Это как? Это, наверное, твой друган. Дианка, пошли, мы ещё не закончили с тобой. Дианка, пошли! Диана! Ну пойдем. Давайте, удачи вам. Ну что, ребята, вы готовы? Два, я хочу прям поржать на максимум, давай. Ну я не знаю, получится или нет, ну как бы... Я прожила довольно длинную жизнь. Красное имя. Ты же... Ну ты дебил! Ну ты дебил! У Жека! Это все твой тапок, паршивец! Куда ты... Куда ты его пнул, придурок, тапок? Это все ваши тапки, его не... Я даже... Имя Ибрагима вообще мне говорит. Иди сюда. Мне кажется, что я буду заканчивать. Да-да-да, успокой, да. Я прошла афганскую войну. Ладно, ты давай, иди. Иди перестраивать давай. Нормально. Так, ну нам, мне кажется, нам это место уже не подходит. Да что там ломается, давай уже. Да хрена ли понимаю, я просто... Там все по... Ладно, меняем тактику. Я спереди, ты сзади, давай. Подожди, что это, корова? Ой, самый быстрый. Я не понимаю, что происходит. Надо, маньяки сами. Слушай, вы на самом деле меня заколебали, я вам честно скажу. Поэтому я тут. Я тут песенку для вас сочинил. Подожди, я видит, не слышу, Игорь! Я говорю, вы меня заколебали на самом деле, поэтому я вам песенку тут сочинил новую. Заколебали. Я люблю. Пацаны, я написал песню, называется «Пацаны, я вас ненавижу». Пацаны, я вас ненавижу. Особенно Жека. Я вас ненавижу больше всех. Давайте споем все вместе. Пацаны, я вас ненавижу. Вы меня заколебали уже, это со своим... Это со своим карту перестраивать! Давайте! Я не достаю, подсадите меня! Картман жирный просто! А вы, бабулька, не смотрите. И вас вместе с картой взорву. Не надо. Ой, ребята. Не вижу ничего. Сыжди! Подпрыгни! Ай, ты не хочешь мою морковку? Не хочешь морковочку? Моя морковка. А ты не хочешь морковку? Я вообще мамку твою имел, так что нет, не хочу. Так, мне кажется, нужно быстрее заканчивать эту серию, поэтому я пошел по карте. Нужно быстрее карты. Самая нормальная серия. Нужно быстрее карты на скин менять, а то я уже прям в роль вживаюсь.
Итак, быстро поднимаем все мыло, быстро поднимаем мыло, давайте! Быть поднимайте мыло, блядь, давайте! Какое мыло, дед? Давай, жуй морковку. Давайте, давайте, показывайте. Ну, пожуй, пожуй. Отвернулась. Пацаны, пацаны. Пацаны, пацаны! Давайте сейчас показывать, не мешай. А что это? Твоя мамка ничего не потеряла, Игорь? Я ее прокладка. Почему он здесь? Магическая прокладка твоей мамки. Могу улететь куда хочешь. А что это вообще? Прокладка мамки твоей, повторяю! Ты чё не понял, ты что вообще ту-ту? Я только сейчас допёрла. Прокладку никогда не видел. Пацаны, я вас ненавижу, честно. Эх. Классно с таким покерфейсом. Я тебя ненавижу. Крипербар. Вот дебилы у меня, друзья, конечно. Крипербар. Дебилы, друзья. Ну, предлагаю, собственно, смотрите, дорогие друзья, вы обязательно должны поставить лайки, чтобы Эдисон начал разговаривать, потому что он превратился в аутиста. Потом, во-вторых, вы должны написать комментарий. Он прыгать умеет. И в-четвертых, подписаться на Инстаграм, потому что Эдисон не должен быть аутистом. Блять, с выключенным микрофоном сидел, я что, дебилы, а? Я тут полчаса сам с собой разговариваю. Эдисон ходит вокруг. Вот тут скажет. Такими тупыми глазами. Пацаны, я вас ненавижу, честно, я вас ненавижу. Короче, ставьте лайки. Будем заканчивать. И подписки. Подписки, подписки. Подписки, подписки. Подписки. Всем пока. С вами я, Жека, и Эдисон.